Представители ведущего мирового производителя бытовой техники сегодня побывали в резиденции губернатора. Михаил Юрьевич встретился с директорами и менеджерами всемирно известной китайской компании Haier. Под брендом Haier выпускается 6% всей бытовой техники в мире. Годовой оборот компании почти 21 миллиард долларов. Это вдвое превышает оборот такого гиганта, как ММК. Российскому потребителю бренд Haier малоизвестен, поскольку техника под этой маркой продается преимущественно в Азии и Америке. Мы знаем, что Челябинская это один из самых важных промышленных центров на территории России. Здесь есть очень хорошие кадры, есть передовые технологии и льготные условия. Мы выбрали Челябинск как первая остановка, чтобы исследовать окружающие среды, чтобы изучить возможность создания локального производства, которое можно содержать наши стратегические цели развития в России. Михаил Юрьевич рассказал гостям о имеющихся площадках под строительство производства. Губернатор выразил сожаление по поводу того, что концерн Haier не сможет наладить производство холодильников на заводе в городе Юрюзань, поскольку из-за неэффективного управления предприятие давно разграблено. Однако у производителя бытовой техники есть перспективы развития на Южном Урале, ведь для производства Haier требуется очень много металла. Область предоставляет коммуникацию, земли, предоставляет возможные преференции. И мы, как Челябинская область, готовы поучаствовать в любом тендере за право размещения бизнеса, то есть создания рабочих мест на территории Челябинской области. Если бы не было потенциала, они бы не приехали такой большой делегацией в Челябинскую область. Но они очень осторожны, китайцы ничего не обещают. Но вот поедут они еще на Магнитогорске, металлургический комбинат сейчас разговаривать.